Всех приветствую, продолжаем знакомиться с творчеством художников. Люсьен Майкл Фрейд, известный британский художник немецко-еврейского происхождения, который специализировался на портретной живописи и обнаженной натуре, мастер психологического портрета, был одним из самых высокооплачиваемых современных художников. Я цитирую переводную Википедию и данные, которые мне удалось найти в интернете. Люсьен Фрейд родился в Берлине, в состоятельной семье австрийско-еврейского происхождения. 8 декабря 1922 года его отец, архитектор Эрнст Людвиг Фрейд, был младшим сыном основателя психоанализа Зигмунда Фрейда. Мать Люси Фрейд происходила из семьи крупных леса- и зерноторговцев. Учился в Центральной школе искусств в Лондоне, школе живописи и рисунка Восточной Англии. Первая персональная выставка художника состоялась в Лондонской галерее Лефевр в 1644 году. Летом 1646 переезжает в Париж, а затем в Италию. Ранние работы Фрейда часто относят к сюрреализму. С 1650 года начинает писать портреты и обнаженную натуру, накладывая краску густыми слоями. Цвета, как правило, приглушенные. Пишет обычно людей из своего окружения, друзей, знакомых и родственников. Фрейд сказал, что рисует людей не как они есть, а какими они могли бы быть. Его работа «Автор Сезанн» необычной формы была куплена Национальной галереей Австралии на 7 миллионов. В период с мая 2000 по декабрь 2001 года Фрейд писал королеву Елизавету II. Но работа была раскритикована ведущими британскими изданиями. Люсьена Фрейда слава преследует не только в музейных залах. В мае 2008 года картина Фрейда «Социальный смотритель спит» была продана по рекордной цене в 33,6 миллиона долларов. А на февральском аукционе Кристи в 2009 его работа числилась первой в списке наиболее значимых работ. А уже потом работы Жан-Мишеля Баски, Дмиена Хёрста и Энди Уорхола. Умер 20 июля 2011 года. Вот так вкратце, из переводной Википедии, из данных, которые мне удалось найти в интернете, о известном британском художнике немецко-еврейского происхождения, который специализировался на портретной живописи и обнаженной натуре, мастере психологического портрета Люсьен Фрейд. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.